В сентябре на национальном телевидении Чувашия стартует новый телевизионный сезон. Новый сезон, новые программы. Уже в сентябре зрители национального телевидения Чувашия увидят в нашем эфире ток-шоу «Мысли вслух». Здравствуйте, вы смотрите программу «Мысли вслух». Это своеобразная дискуссионная площадка, где будем обсуждать самые актуальные темы. Участником этого шоу может стать абсолютно каждый, кто зайдет на сайт ntrkshow.ru, оставит свою заявку и напишет те темы, которые ему было бы интересно обсудить. У нас всегда есть один гость, который является профессионалом в той или иной сфере, ну и, собственно, с ним мы можем обсуждать и задавать ему те вопросы, которые, возможно, до этого стеснялись даже задать. Премьерный выпуск ток-шоу «Мысли вслух» можно увидеть уже в следующую субботу, 9 сентября. Не обойдется новый сезон и без популярных реалити-шоу. Второй сезон проекта «Танцы без границ» Kids. Это детские танцы. Если ваш ребенок танцует, вы думаете, что он хорошо танцует, хотите, чтобы он стал звездой, опять же, заходите на сайт ntrkshow.ru, заполняйте заявку. И 16 сентября в торговом центре «Мадагаскар» будет кастинг этого проекта, по итогам которого мы отберем 25 человек, за которыми мы будем наблюдать на нашем телеканале вплоть до декабря месяца, когда будут подведены итоги проекта и будет выбран победитель, лучший танцор 2017 года, по мнению НТРК Чувашия. В конце сентября в эфире вновь появятся полюбившиеся телерадио-шоу «Будильники» и «Ирги Салам». Зрители ждут новые интересные рубрики, конкурсы и розыгрыши.